Друзья, привет! Я сегодня делаю обзор не один. Так уж вышло, что наша подружка захотела присесть мне во время съемок. Я сегодня вам расскажу о проверенном гаджете. Это копия, но не подделка. А чтобы вы понимали, что копия — это то, что внешне немножко похоже. Копия на наушники от Apple AirPods. Это наушники, которые, ну, заполонили полностью китайские магазины. И у нас сейчас как раз такой вариант. Полный комплект. Вот все, что нужно для того, чтобы можно было пользоваться, не потерять их, самое главное. Ну и получать качественный звук, да еще и со встроенным аккумулятором. Вот эта вот база, переносная, стакан, как хотите называйте. Пришла она с сайта AliExpress, заказывалась она там. Пришла в очень интересной такой фольге упаковке. Запакована была, одним словом, хорошо. У нас идет в комплекте сама коробка, на которой написан непосредственно бренд PADR. И далее можем увидеть, идет мешочек с затяжками из кожзама, инструкция, кабель для зарядки одновременно двух устройств от Powerbank, если хотите и не имеете, или сел ваш, две силиконовые специальные насадочки, чтобы они лучше держались в ушке с такими вот крючочками, очень мягкий белый силикон, кабель для зарядки непосредственно самого устройства, стакана, и идет в комплекте силиконовый на шею ремешок для того, чтобы можно было закрепить, так, микрофон не трогаем, для того, чтобы можно было закрепить на шее. Они очень удобно крепятся. Неудобно мне делать с тобой обзор, но я думаю, что справимся, зато тепло. И непосредственно сама станция. Крышка у нас фиксируется. Здесь есть кнопка питания. Они держатся там, ну куда ты полезла? Они держатся здесь на собственном крепеже, своего рода штекер там внутри. Это не магнит, то есть надо просто, когда их вот подцепить, они выпадают. Необходимо их здесь закрепить. Вот только тогда они работают. Здесь у нас есть гнездо для зарядки. С обратной стороны есть два индикатора. Один оповещает о том, что горит сейчас синим, это идет зарядка. Второй горит, когда заряжается сама станция. Переносной чехол с аккумулятором, вот если правильно так выразиться. Почему это копия? Потому что форма эта произошла именно от Apple. Кстати, когда заряжается, то в каждом из них горит красный светодиод. Причем горит непосредственно в самих наушниках этот. Как только отключаем, он уже не горит. Здесь есть главный наушник, а есть наушник второстепенный. Наушник главный у нас правый, под правую руку, для правши. То есть кнопка ответить на звонок есть и на этом устройстве, кнопка. Но она отвечает только за то, чтобы включить. Но чтобы соединиться со вторым устройством, я вам дальше расскажу, как работает, по какому принципу. То есть суть в чем, что если вы хотите пользоваться одним наушником, пожалуйста, можете использовать его, в нем как раз встроен микрофон. Если вы хотите подключить второй наушник, стереозвук слушать и слышать собеседника сразу в два уха, то тогда вам нужно включать второй наушник и соединяться с этим устройством, а этот наушник соединяется уже с каким-то другим устройством. Я вам покажу, как это делается, ничего сложного нет, все действительно работает. Ну и давайте приступим. Вначале я вам покажу, сколько стоят наушники на сайте AliExpress. Если написать i7 или i7 mini, то нам выдает вот следующую информацию. Данные наушники можно в зависимости от комплектации купить за приблизительно $14 до 17. И следующая информация вам поможет определиться. То есть здесь есть два варианта. Это у нас не мини-версия, а обычная. У них немножко больше форма самих наушников. И здесь аккумулятор, встроенный в данном переносном чехле, на 600 миллиампер. Мини у нас отличается размером корпуса, внимание, но у версии мини встроенный аккумулятор больше, 650, а у версии i7s версия это со встроенным аккумулятором меньше. То есть, как вы видите, у нас 450, а у мини 650. Хотя здесь на коробке написано, что аккумулятор встроенный 600. То есть вот такая вот разбежность. Проверить я, к сожалению, не смогу. То есть нужно мне, по идее, если здесь 600, то приблизительно раз 5 зарядить вот эти вот
данные наши наушники. Динамики неплохие, но по качеству звучания я вам не буду показывать, потому что невозможно с наушников передать звук, чтобы вы нормально его услышали. А вот если сказать честно, то по моим отзывам, по практике, у нас приблизительно по 5-бальной системе где-то от 3,5 до 4 звук. На 3,5, на 4 балла звучание. Для этой цены, как вот пишут в отзывах, посмотрите, наушники хорошие для своей цены. Мне хватает часа на 3 непрерывного послушивания музыки. Синхронизируется без проблем. Так и есть. Я вам сейчас это покажу, как это делать. Давайте посмотрим еще отзывы. Покупал специально для мобилы, без штекера для наушников и провода. Порядком поднадоели. Качество музыки через них на 4 с минусом. Но спортом заниматься сойдет. Разговор не проверял. Упаковка отличная. За такую цену отлично рекомендую. Действительно, вот если посмотреть на характеристики, дальше там написано вот на полную громкость, звук дребезжит, низких нет. А так, как игрушка ребенку подойдет. Даже как игрушку детям покупаю. Действительно, отличный вариант на подарок. Наушники сломались через 10 дней. Спасибо за то, что вернули деньги. То есть спор человек, видимо, открыл. Потому что можно в течение 14 дней после подтверждения заказа на сайте AliExpress предоставить доказательство, вернуть деньги. Кто-то пишет, очень хорошее качество звука. Ну, может, ему попался какой-то такой вариант. В книжке мелкими буквами у нас написана следующая информация. Bluetooth здесь версия 4.2 с экономным режимом. Расход батареи, дистанция до 12 метров. И вот информация, 600 мА встроенный бочоночек аккумулятор. 55 мА батарея в каждом из этих наушников. Далее информация по воспроизведению. К примеру, если одним пользоваться наушником и если двумя, нагрузка, соответственно, больше. Если использовать один наушник, то будет работать до 5 часов. Если их в паре подключить, то будет до 3 часов работать. В режиме ожидания один наушник будет держать 100 часов, в паре 2 наушника 60 часов. Но в режиме ожидания нас особо не волнует. Почему? Потому что есть переносной чехол, аккумулятор зарядный. И если так посчитать, 55 мА встроенного заряда маловато на первый взгляд. Но вы посмотрите, какая миниатюрная маленькая малышка у вас в руках, а тем более в ушке. И чтобы вы не сомневались, то, допустим, даже если он 2 часа будет работать, вы можете полноценно подключить и заряжать. Заметил, что когда вы подключаете к зарядному устройству, как только вы их сюда вставляете, они автоматически отключаются. Поэтому не волнуйтесь, вам самостоятельно их выключать не нужно, если вы ставите на зарядку. Я думаю, это им никак не вредит, это было предусмотрено. Ну а теперь произведем настройку и услышите качество звука. Вам необходимо вытянуть правый наушник, зажать кнопку, которую вы включаете, удерживать ее, пока мисс не начнет мигать красный и синий. Теперь, если вы хотите настроить второй наушник, вам необходимо его тоже включить. И произойдет синхронизация с этим устройством. Тоже должно загореться. И здесь только что сказано было connected. Обратите внимание, что этот перестал мигать. Этот продолжает мигать. Этот готов к тому, чтобы можно было соединиться по Bluetooth. Мы нажимаем Bluetooth, заходим в поиск. И у нас обнаружено TWS-i7. Нажимаем подключиться. Теперь я аккуратно влаживаю их в ушко. Держится в моих ушах очень хорошо. Стереозвук. Ну, то, что возможно вам дать послушать. Если я сейчас один из наушников ставлю на зарядку, то он отключится после нажатия кнопки заряда. Все, заряд пошел, он отключился. Этот не прекращает играть. Мне сообщило только сейчас, что произошло разъединение, и он продолжает играть самостоятельно. Я теперь хочу вместо одного подключить два. Извлекаю его, можно отключить здесь простым нажатием, извлекаю его из своего зарядного устройства, просто нажимаю включить, без уже поиска, он с ним соединяется, и здесь уже слышна музыка. Все, это за доли секунды происходит. Соединение с устройством быстрое, и обратите внимание, в верхней части нашего устройства показывается заряд аккумулятора. Вот показывает ли это с двух устройств, я сомневаюсь. Наверное, показывает все-таки с одного главного
этого наушника. Теперь давайте послушаем звуки. На этом обзор закончен. Приблизительно узнали мое мнение, а уже решать вам. Ну и, соответственно, отталкиваться от цены, возможностей и того, для чего вы их покупаете. Итак, тестируем звук. Итак, друзья, я совершил звонок на второе устройство и иду по улице, спокойно разговариваю. Вот так вот вы меня слышите, окружающие шумы. Я обычно говорю, если немножко тише говорить, то, возможно, будет слышно не так хорошо, чтобы разговаривать. Но если приложить к уху ладонь, и звук, я думаю, стал получше идти. То есть можно даже немножко шепотом говорить, как мне кажется. И если погромче говорить на улице, то там «Привет, как дела?», «Рассказывай, что у тебя нового?», «Подписывайтесь на канал», «Ставьте лайки». Обычная обстановка. И я собеседника очень хорошо слышу, отчетливо. Касательно звука, немножко действительно не хватает баса, а так запас громкости хороший. Громкость регулировать на самом наушнике, к сожалению, нельзя. Ну и рад был вам помочь. Спасибо. Ну и напоследок покажу вам, как они выглядят в полном сборе, если вы одели все силиконовые насадочки и непосредственно защиту на шею. Вы их никак уже не потеряете. Очень плотно здесь держится эта резинка, настолько плотно, что, ну, как, знаете, как родная. И сейчас попробую за шею. Закинули, вложили. Вот этот вариант в сборе, это спортивный вариант. На тренировке спокойно ими пользоваться. Они в ушах прям так плотно сидят в моих. И я чувствую, что, ну, никакие на них какие-то тряски не повлияют. То есть действительно можно спокойно бегать. Есть доступ к кнопке. Кстати, кнопка, если вы прикасаетесь, это у нас пауза. Если двойное нажатие, то последний набранный звонок. Голосового сопровождения китайского нет. Есть английский язык. Спасибо всем за просмотр. Пожалуйста, поставьте большой лайк за наши труды. И смотрите новые видеоролики, которые выходят на нашем канале. А для этого, чтобы не пропускать их, включите колокольчик, чтобы можно было получать уведомления на ваше мобильное устройство. Будем рады видеть вас и дальше на нашем канале. Если вы не наш постоянный зритель, тогда подпишись и до новых видеороликов. Пока!